Терроризм – чума 21 века. Именно так окрестили одну из главных проблем современного мира лидеры многих государств. А борьба с ним давно стала международной целью, в которой участвуют представители большинства стран. Вот и кинематографисты не остались в стороне. Ежегодно выходят киноленты о террористических атаках, реальных или вымышленных. В своих работах режиссеры напоминают зрителям об ужасах, на которые способны люди, движимые идеологией веры или жаждущие акта возмездия. Также зачастую эти фильмы касаются этической стороны вопроса и раскрывают видение причин случившихся трагедий. Я вам предлагаю подборку некоторых фильмов. Отель Мумбаи. Противостояние. Для сотрудников индийского отеля Тадж-Махал Палас гость – это бог, а для каждого постояльца здесь приготовлен маленький личный рай. Но, к сожалению, трагедии случаются даже в раю. 26 ноября 2008 года здесь началась бойня, продлившаяся трое суток. Террористы-смертники ворвались в отель, кого-то расстреляли на месте, а остальных взяли в заложники. Сюжет фильма основан на реальных событиях. В результате этой трагедии погибло 166 человек и еще 600 получили ранения. Австралийский режиссер Энтони Морас, вместо того, чтобы дистанционироваться от трагедии, наоборот, постоянно ходит на грани. Его отель Мумбаи жесток и беспринципен, но это то, что пугает и отталкивает, а не романтизирует террористов. Каждый точный выстрел в фильме как напоминание о том, что зло еще здесь, совсем рядом, и никакой киношный пафос не в состоянии это смягчить. 22 июля. Фильм Пола Гринграсса. 22 июля 2011 года – день, когда был совершен самый беспощадный и жестокий теракт в истории Норвегии. Андрес Брейвик, террорист, взорвал бомбу в Осло и расстрелял 77 человек в лагере на острове Утея. В фильме представлена хронология тех ужасных событий, показанная с трех сторон – глазами пострадавших, политиков и юристов, которые вели дело Брейвика в суде. Башни-близнецы. 11 сентября 2001 года является одной из самых трагичных страниц в истории 21 века. Во время террористического акта погибло 2977 человек из 92 стран. Режиссер Оливер Стоун одним из первых обратился к теме падения башен-близнецов Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. «Башни-близнецы» – фильм о двух полицейских, которые отправились спасать пострадавших, но в итоге сами оказались под обломками рухнувшего здания. О том, как они выживали, как поддерживали друг друга, о чем думали. О чем вообще может думать человек, оказавшийся в завале под толщей бетонных плит, в месте, где только жуткая боль в теле напоминает о том, что ты еще жив. Надежда – единственное, что у них остается. Эта история, основанная на реальных событиях, не оставляет равнодушным, ведь понимание того, что кто-то это пережил, делает просмотр еще тяжелее. Решение о ликвидации. Режиссер Александр Аравин. 2004 год. Разгар войны в Чечне. Спецгруппа ФСБ пытается найти и обезвредить известного террориста Шамиля Васаева. В фильме его имя изменено. Но лидеру боевиков каждый раз удается скрыться на Кавказе. Когда Басаев публично заявляет о готовности осуществить крупнейший теракт в России, оперативники не могут позволить себе ошибиться. В основу русского фильма про чеченских террористов легла реальная спецоперация ФСБ. Последнее испытание. Режиссер и продюсер картины Алексей Петрухин поднимает в кино тему терроризма, у которого, по мнению режиссера, нет лица, нет национальности, нет религии. Недавние выпускники одной из школ Москвы вместе с учительницей Аллой Николаевной отправляются в театр на премьеру мюзикла. Культурное событие прерывает группа чеченских террористов, захвативших здание театра. Школьный преподаватель даже перед лицом опасности выступает примером для своих учеников, проводя важный жизненный урок. Захват заложников на Дубровке в Москве, начавшийся 23 октября и продолжавшийся до 26 октября 2002 года, был огромным потрясением и получил печальное название «Норд-Ост». Существует множество фильмов, показывающих ужасы террора, ведь террористический акт не знает заранее своих конкретных жертв, ибо направлен прежде всего против государства. Его главная задача – подчинить государство, его органы, всю общественность, заставить их выполнять требования террористов и стоящих за ними лиц и организаций. Поэтому, наряду с мерами правоохранительных служб по борьбе с терроризмом и экстремизмом, немаловажным является умение граждан противостоять терактам, не поддаваться на пропаганды, правильно вести себя в условиях этой опасности.